Помнишь, что я сказала про блюз? Если ты не рискуешь, и они не станут. Как тебя зовут, красотка? Бесси Смит. Ее называли императрица блюза. Ее жизнь как сложная мелодия. Где тут лучшая музыка, еда и выпивка? Самая яркая, музыкальная, электрическая женщина на свете. Роскошь, редкий талант. Как я, никто больше не поет. Успех. У тебя будет настоящий контракт с лейблом. И губительная тяга к алкоголю. Вы не подходите для Black Swan Records. Ей давно пора слушать тех негров, которые не мажут рожи гримом. Я никогда не буду работать на подпевках. Джек, ты обещал. Ты тоже обещала. Ты меня убьешь. Блюз не про то, чтобы знали тебя. Блюз про то, как ты знаешь людей. В блюзе только Бесси. 17 мая в воскресенье в 19:00. Премьера. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.